Я в гараже один, пью водку, мучаюсь. За кого голосовать? Вдруг входит... Я фары врубаю сам. Чё, ха-ха? Ельцин! У меня в гараже. Ты у меня в гараже была? Представь, мой гараж и... Я говорю, надо же, до каких чертей можно допиться? А он говорит человеческим голосом. Я не черт. Я настоящий. О, как вы тут? Я говорю, вы-то как тут? Че, вы не в Барвихе? Не на девяти горках? Не в ЦКБ? Он говорит, в Барвихе не настоящий Ельцин. Клонированный. Я говорю, как так? Так. Довели меня до состояния неспособности. Выкрали у меня клетку жизненно важного места. Склонировали из нее двойника. Ну, а меня самого пинком под жизненно важное место. Я говорю, не может быть. Может. В политике все двойники. Настоящих людей не осталось. Я говорю, а этот... Чубайс. Двойник. Настоящий Чубайс гений. Хотел, чтоб все жили богато, без денег. О, люди его не поняли, скрутили, привязали к столбу, обложили ваучурми и сожгли. Я говорю, а этот Грачев? Великий полководец. В Чечне один пошел в атаку. За ним никого. Ну, его поймали за ногу, потребовали выкуп. 100 рублей. Никто не дал. Я говорю, а этот Гайдар? Зеркало реформ. Вышел подышать свежим воздухом. Он обычно, чтоб не опознали, щеки втянет и гуляет. А тут забыл втянуть. О, там на улице проводилась операция по захвату особого опасного вора-рецидивиста по кличке Хомяк. Приказ был живым не брать. Я говорю, так, Борис Николаевич, так. А этот Черномырдин? Гармонически развитая личность. Гармонист, одним словом. Как миллиардами ворочил. Не говоря уж про казенные деньги. Где сейчас его деньги, где казенные? Оратор 3 языка знал. Свой, матерный и заливной. Ну и как-то включили ему кассету с собственным выступлением. Он послушал, ничего не понял, сошел с ума. Ну, говорю, а этот-то Березовский, олигарх. Как везло человеку. Нагнется, бывало, за камнем в собаку бросить. А это слиток золотой. Все честным путем нажил. Черпнет из фонтана у мыса нефть. Пошел на биржу труда устраиваться.
взяли и секретарем Совет Безопасности. Ну и как-то стоял у испорченного игрового автомата, только дотронулся оттуда мелочь, как посыпется. Он не успел отскочить, завалило с головой. Ну и вот так все, все, кого как. Настоящего Немцова двойник Жириновского убил стаканом. Лебедь улетел в теплые края, Анпилов погиб на боевом посту. Зашелся в крики. Страх меня буял, стою. До чего довели? Страну ненастоящий, жуть! И вдруг петух где-то прокукурекал. И голос с неба: не бойся, жуть в России тоже ненастоящий. Скоро пройдет. Понимаешь.